Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Марк Рубио представили законопроект, предусматривающий меры в отношении государств, пытающихся повлиять на ход выборов в США. В законопроекте также содержится требование ввести дополнительные санкции против России, если она вновь предпримет попытку вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Один из критиков президента Трампа, сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк, выступил в Верхней Палате Конгресса с осуждением систематических нападок Трампа на СМИ. Флейк сравнил отношение Трампа к СМИ с поведением бывшего советского диктатора Иосифа Сталина, отметив, что подобное поведение подрывает одну из основ демократического общества – свободных и открытых медиа. Бывший руководитель избирательной кампании Трампа Кори Левандовский ответил на вопросы Комитета Палаты представителей по разведке в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016-го. Звезда зоопарка в американском городе Цинциннати, маленькая бегемотиха Фиона, впервые в жизни увидела снег. На прогулку она вышла вместе со своей мамой Биби. Фионе, похоже, снег не понравился. 24 января Фиона отметит свой первый день рождения.